Легендарные румяно-бронзовые шарики Giordani Gold выходят в 4 новых оттенках. И в этом видео я покажу вам свотчи всех шариков на руке, обсудим состав румян и также нанесу все 4 вида на лицо. Привет, вы на канале Взлет, меня зовут Ольга, если вам все это интересно, поехали! Румян приходят традиционные черные картонные упаковки. Золотистым тиснением нанесена информация. Для сравнения, прошлый вариант румян был вот в таком виде, стилизованный под сияние. А сейчас здесь мы находим на упаковке ребра, которые говорят нам, что в этих румянах содержатся ухаживающие дополнительные ингредиенты. Точно такими же ребрами оформлена вся коллекция Giordani, которая в последнее время перезапускается у Oriflame. Также в румянах 22 грамма, и также они изготовлены вручную в Италии. И внутри картонной упаковки мы находим традиционную шайбу, к которой мы уже привыкли. Она закручивается на резьбу. И в самой шайбе лежит транспортировочный спонж. Я не знаю, может, кто-то наносит им румяна, но я вам не советую. Он здесь лежит для того, чтобы шарики не побились, пока они к вам едут в доставке. Кстати, лучше всего заказывать продукты Oriflame напрямую у компании в своем личном кабинете. Если у вас еще такого нет, то его очень легко оформить по ссылочке вверху или внизу в описании. Заполняйте анкету, получаете доступ и заказывайте выгодно напрямую производителя с доставкой в ваш город. И внутри коробочки мы находим богатые пигментами жемчужины, которые будут придавать нашей коже сияющий цвет и обеспечивать стойкий результат. Но кроме оттенка, в этом продукте декоративном есть еще и ухаживающие ингредиенты. В первую очередь это гиалуроновая кислота, которая известна своими исключительными увлажняющими и подтягивающими свойствами. Кожа будет становиться более гладкой, эстетичная, соответственно, выглядеть моложе. И второй ингредиент, который есть в шарике, это омолаживающая сыворотка, которая наполняет шарики питательными витаминами и натуральными маслами. Информацию об этой сыворотке мы находим также на картонной упаковке. И здесь масло морожки и масло кактуса опунции. Когда я была в Тунисе, там очень много говорят об этом масле, и оно считается просто супер ухаживающим ингредиентом для кожи, потому что содержит 24 известных антиоксиданта, работа которых направлена на устранение 3 видимых признаков старения: тусклости, шероховатости и неровности кожи. Восстанавливающие свойства этой омолаживающей сыворотки улучшают текстуру кожи и дарят ей сияние. Представляете, вы просто наносите румяна, а ваша кожа уже восстанавливается и становится более гладкой. Кожа наша обладает таким свойством, что она тянет влагу из всех продуктов, которые на нее наносятся, поэтому наличие вот таких увлажняющих ингредиентов, гиалуроновой кислоты, омолаживающей сыворотки в декоративном продукте позволит румянам долго оставаться на лице, и, соответственно, у вас будет пролонгированный эффект свежего и здорового вида. Особенно если вы обладательница сухой кожи, то вы сможете создать иллюзию увлажнения на лице, вот того самого, которого вам так не хватает. Обычные классические пудровые румяна такой эффект не дают, а вот сияющие, еще и с изобилием ухаживающих ингредиентов, как раз позволит вам добиться эффекта влажности и здоровья на вашем лице. Еще стоит отметить, что румяна сертифицированы веганским сообществом, дерматологически протестированы, и у них некомедогенная формула, которая подходит для всех типов кожи, включая чувствительную. И давайте уже рассматривать шарики. Заявлено, что в каждой коробочке 3 вида шариков. Это румяна, хайлайтер и бронзер. И я держу сейчас в руках 44915, естественный румянец. Припудренный вариант. Мне кажется, что эти румяна можно использовать просто даже как хайлайтер. И давайте каждый шарик рассмотрим отдельно, потому что я знаю, что для многих из вас это важно. Если мы нанесем румяна, то увидим, знаете, такой светло-светло-персиковый оттенок от этого шарика.
Следующий мы берем хайлайтер. Ну, здесь он прямо цвета шампанского. И очень хорошо сочетается и гармонирует с румянами. Вообще, прям, знаете, кукольные такие цвета. Очень-очень нежные. И бронзер тоже здесь не ярко-коричневый, а даже с какой-то золотистой рыжиной. И все три цвета, они уходят в такие пастельные оттенки. На лице, мне кажется, будут создавать вот просто иллюзию сияния. Ну а что, давайте сразу посмотрим, как эти румяна будут выглядеть на лице. Напомню вам базовую технику нанесения. Круговыми движениями наносим шарики на кисть. Кстати, вы можете использовать как все три вида шариков в баночке. Также кто-то их разделяет картонными перегородочками, использует отдельно. Может быть, вот вам нравятся именно такие румяны, вы хотите их использовать вот без хайлайтера и без бронзера. Пожалуйста, сегментируйте этот продукт по вашему усмотрению. Можете оставить одни румяна и добавить чуть-чуть бронзера. В общем-то, фантазия ваша здесь беспредельна. Стряхиваем излишки румян в баночку. Можно также об руку стряхнуть. И каким образом мы наносим? Обычно вы знаете, что румян наносится туда, где у вас яблочко при улыбке образовывается. Но если вы будете вот прямо на улыбке наносить, то когда вы перестаете улыбаться, яблочко сползает и лицо выглядит уставшим. Поэтому мы улыбаемся, находим яблочко, перестаем улыбаться, вспоминаем, где было яблочко, и вот эта точка у вас будет самая яркая. Помним о том, что носогубная складка — это стоп-линия, за нее мы вообще никогда не заходим. Лучше всего 2 пальца от носогубной складки отступать для того, чтобы румяна у вас были повыше. Тогда вы получите и задор, и молодость, и сияние. И чтобы оттенка у вас не было много в центре лица, начинаем мы само нанесение выше и проводим к вот этому самому яблочку. Ну, знаете, здесь такие румяна, которых вообще не видно. Эту баночку я бы вообще рассматривала исключительно как хайлайтер. Так, давайте еще раз пробуем. Наносим вот сюда вот к центру. Всегда делаем вот такое движение, а потом растушевываем вверх. И я вижу, знаете, вот просто такой вот перелив. Я не знаю, видно ли вам это. Но выглядит интересно. Если вы ищете хайлайтер в шариках, это, знаете, даже больше не бронзер румяна, а румяна хайлайтер. Я придумала новое название для продукта Giordani. Все, вот я нанесла. Пигментации вообще здесь особенной не вижу. Очень-очень нежный вариант румян в шариках. Следующий оттенок 44916, это мерцающий персик. И здесь уже мы находим шарики поярче. Давайте рассмотрим каждый на руке. Сначала мы берем румяна. И они прям такие вот ярко-персиковые. Если там был персик светлый, уходящий в такое сияние, в переливы, то здесь прям вот такие румяна пигментированные. Шарик хайлайтера, мне кажется, тоже более выразительным, чем в предыдущей версии. Знаете, у него больше золота в оттенке, тогда как в прошлом варианте было прям вот шампанское. Очень светлое, прозрачное шампанское. А вот бронзер здесь достаточно скромный, не такой рыжий, как в прошлой версии, но все еще не ярко-коричневый бронзер. Неплохо смотрится этот вариант, и мне кажется, что на щеке это будет выглядеть более пигментированно. Давайте я нанесу с другой стороны. Сравним сначала первый и второй вариант. Вы видите, насколько 15 оттенок более нежный, выбеленный. Здесь вообще как будто бы вот сплошной пастельный перламутр, тогда как в 16 оттенке шарики уже гораздо более насыщенные по цвету. По сравнению с каталогом, 15-й фотосвотч передается практически идентично. Может быть, здесь вот больше перламутра в самой коробочке. А вот 16-й на фотосвотче выглядит вариант более контрастным. Здесь, видимо, шарики уже обменялись немножечко своей текстурой, пока находились
из коробочки. И более смягченные краски вот у самих шариков, а на фото Swatch они прям такие гораздо более выразительные. И давайте 16 вариант. Я наношу от виска, я провожу к яблочку точку и начинаю растушевывать вверх. Если я что-то немножечко кривовато наношу, извините, потому что не очень удобно в маленькое зеркало краситься. Но вы видите, что вот здесь вот прямо все, пигментация, она гораздо более ярко выражена. Здесь просто сияние, а здесь уже непосредственно сам оттенок. Румяна хорошо тушуется, и за счет сияния и вот этих ингредиентов ухаживающих у кожи получается такой гладкий вид. Надеюсь, что вам это все видно. Оттенки адаптируемые, наносите по чуть-чуть. Лучше, если вам будет маловато, вы еще возьмете на кисти и усилите интенсивность. Эти румяна можно наслаивать. Вы в комментариях просили у меня сравнить румяна с прошлым выпуском, и я нашла у себя вот 40-952, и ни один вариант из коллекции текущей не подходит вот к этому тону. Поэтому, девчонки, если вам нравится какой-то набор шариков, берите его сразу, потому что когда будет перевыпуск, он будет 100% другой. Ну, давайте для сравнения вот возьмем 16 оттенок из новой коллекции, и вы видите, что шарики совсем другие. Прошлые, кстати, были более матовые, тогда как в новых я вижу гораздо больше сияния, хотя формула по ингредиентам я сравниваю одинаковое. Видимо, пигменты немножко разные и, возможно, чуть больше сияющих ингредиентов добавили в новую коллекцию. Давайте посмотрим следующий оттенок. 44-917, светящаяся роза. И вот именно в этой баночке я вижу, что здесь два вида румян. Один вариант посветлее шарик, и он выглядит прям таким, знаете, светло-розовым, а тогда как в сравнении вот прошлый вариант, он больше уходил в коралл, а здесь прям вот такой барби-розовый оттенок у вас получается. Второй здесь же добавлен потемнее, и он точно такой же, просто первый более выбеленный шарик, вот тот, который посветлее, а по оттенку они, на мой взгляд, совпадают. Хайлайтер здесь как розовое золото. Первый у нас было белое золото, потом бронзовое, а здесь золото розовое. Ну, опять же, розовый румяна, сияющая роза и хайлайтер в розовом золоте. И, в принципе, все закономерно. Бронзер давайте посмотрим. Вот он, чуть-чуть уходящий в такой серо-сиреневый тауп. Он, да, он коричневый, но не шоколадный, не рыжий, не бронзовый, а серо-тауповый. Интересный оттенок румян. Тороплюсь нанести его на лицо и взяла вот третий вид уже кисти. Знаете, здесь вот у нас сияние, нанесу чуть-чуть пониже. Ну, здесь не стоит, конечно, наносить, но чтобы мы с вами могли сравнить и проанализировать все оттенки. Проводим кистью и тушуем. Заодно вы можете видеть, насколько отличается пигментация первого оттенка и вот этой самой розы. Если вы хотите розовые щечки, то вот этот оттенок румян ваш. Финиш также сияющий, ровный, самое главное, невесомый, здорово тушуется. Можно не только на щеки наносить, это просто я вам свотчи сейчас показываю, я надеюсь, вы понимаете. А можно выделять еще какие-то другие места на лице, которые соответствуют вашим задачам в макияже. Если сравнить с предыдущими румянами, то сразу становится понятно, почему 17 оттенок назвали розой, а предыдущий персиком. Вот здесь вот во всем великолепии видны оттенки цветов. И они также, вы видите, прослеживаются и в хайлайтере, и в бронзере. И смотрим четвертый вариант, 44-918. И здесь явно выраженная сияющая бронза. Здесь вообще бескомпромиссно все шарики бронзовые. Кстати, я вижу тоже два варианта румян, 4 оттенка шариков в этой коробочке. И румяна здесь эффектные, рыже-золотистые.
знаете, такой яркий терракот. Следующий шарик я беру хайлайтер. Я, наверное, ошибаюсь, здесь не два вида румян, а чего-то другого, потому что сейчас увидите. Хайлайтер здесь тоже с рыжиной. Если прошлые три варианта были хайлайтеры, то здесь уже можно его даже бронзером обзывать смело, потому что он довольно темный и пигментированный. Бронзер тоже ярко-коричневый, смотрите какой. И вот этот оттенок, он уже без каких-то намеков на тауп, он прям коричневый. И есть четвертый вариант шариков, который я промечу сначала назвала румянами, но это нет, это, знаете, такое золотое золото, это вообще никак не румяна, это самая настоящая бронзовая подсветка будет на вашем лице. Если вы хотите макияж такой gold, чтобы вы переливались золотом, то вот этот как раз шарик добавит вам свечение золотистого на ваши щечки. Давайте смотреть. Тоже буду носить вот так чуть-чуть пониже. Набираем румяна, эти самые пигментированные, если вы остановите свой выбор на них, стряхивайте очень активно. Бронза отлично подойдет для скульптурирования, для макияжа, загорелой кожи. Ну, смотрите. И вот это золотое сияние, оно прям вот высвечивается у меня на лице. Видно же вам, да, разницу? Можно было просто остановиться, конечно, на сводчах на руке, но мне хочется показать вам, набираю специально побольше, чтобы вы понимали оттенок, который будет у вас на щеках, ну, потому что камера еще подъедает, конечно же, цвета. Тушуете и получаете, знаете, такой эффект поцелованной солнцем кожи. Это как раз вот от данных румян. Не буду я сейчас сильно растушевывать, чтобы оттенок остался вам виден. И давайте чуть-чуть подведем итоги. Если вы хотите нежное-принежное перламутровое сияние, тогда ваш выбор 44915, естественный румянец. Здесь у вас пастель, деликатность, немножечко перламутра. Если вы хотите вот более традиционные румяна, персиковые, у вас теплый потон кожи, отлично подойдут 44916, это мерцающий персик. Здесь вы находите кораллово-золотистые переливы, и эти румяна более пигментированы, чем предыдущая версия, но еще не такие яркие, чем следующие варианты. Если у вас холодный тип внешности, оттенки кожи, то обратите внимание на 44917, светящуюся розу. Если вы хотите добавить юности, задора, молодости вашему макияжу, то розовый румяна — это всегда ваш выбор. И здесь даже, смотрите, добавили два оттенка румян, светлый и темный. Вы можете точнее персонализировать под себя этот продукт. Ну и если вы хотите подчеркнуть ваш загар, бронзу такую создать на лице и сделать не нежный перламутровый, как в первом варианте, а такие сияющие золотистые переливы, и в целом вы любите такой gold макияж, то тогда обратите внимание на 44918, сияющую бронзу. Попробуйте легендарные шарики с омолаживающей сывороткой и гиалуроновой кислотой. Усиленная формула для улучшения состояния вашей кожи поможет не только создать декоративный макияж, но и разгладить кожу, выровнять ее тон и очень надолго придать ей молодой вид. Если вам был интересен и полезен мой обзор, то ставьте лайк под этим видео, пишите ваши отзывы, какой из вариантов румян вам больше всего понравился, ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получить уведомления и посмотреть новые видео новинки Oriflame на нашем канале самыми первыми. Пока-пока!